В республиканское общественное объединение «Беларусь» входят люди с активной жизненной позицией, патриоты, которые всегда стремились быть полезными обществу и государству. В непростое время, когда необходима консолидация общества, они проявили инициативу о выходе на новый уровень и создании политической партии для сохранения страны и защиты национальных интересов. Мы вот только 25 января приняли законопроект о политических партиях. Президент утвердил законопроект, и уже это в силу закона будет иметь. И очень сейчас такой благоприятный момент. Хотя общественное объединение, оно у нас уже давно в нашей стране работает. Я думаю, что у него есть большой потенциал, чтобы вот консолидировать наше гражданское общество вот на данном периоде развития нашей страны. Есть у нас 15 партий, которые в Республике Беларусь, и большинство из них выражает интересы какой-то определенной группы населения. Предполагаемая партия «Беларусь», она будет выражать более широкие слои и не будет ни левого, ни правого толка, а более центристского. Поэтому мы предполагаем, что все-таки население, скажем так, электорат потянется в эту партию и будет способствовать вот именно передаче и переносу интересов населения от непосредственно гражданского общества к органам государственной власти. На учредительном собрании Московской районной организации Бреста рассказали о нюансах образования политической партии, основных целях и направлениях, в которых она будет действовать. Мероприятие посетили порядка 200 человек. Это представители депутатского корпуса и общественных организаций, учащиеся и молодежь, работники предприятий и учреждений города. Общество уже на данный момент само понимает, оно высказывает и подталкивает нас к тому, что это необходимо, потому что белорусский народ он един, что и говорит само членство в Беларуси, количество людей, поэтому надо представлять эти интересы гораздо шире. Сидеть спокойно на месте, тогда ничего не будет происходить. А чтобы сделать жизнь лучше, надо постоянно что-то делать. А первым важным шагом стало избрание делегатов для участия в учредительном съезде белорусской партии «Беларусь», которая пройдет 18 марта в Минске. Московскую районную организацию Бреста на нем будет представлять 21 человек. К слову, новая политическая партия не придет на смену общественному объединению. Оно продолжит свою активную деятельность над различными проектами и акциями в общественном пространстве.